однажды ночью мы ведь так смотрели с тобой. Был фильм очень жуткий под названием «Бой». Ты мне сказала: Юра, проводи меня домой. Сейчас мне очень страшно домой идти одной. На вида при тебе я не подам, что всего боюсь, ведь я и сам. С понтом я вообще не устрашим, а у самого очко жим-жим. Мы вышли на крыльцо, луна светила на село, и тут меня от страха немного пронесло. Домой тебя повел я, на другой конец села, а сзади штанина отвисала и текла. Но вида при тебе я не подам, что всего боюсь, ведь я и сам. С понтом я вообще не устрашим, а у самого очко жим-жим. Ты вдоль летела пулей, а я побежал назад. В кромешной темноте мелькал изгаженный мой зад. Я все ж дошел до дома без проделок сатаны, но только вот придется постирать свои штаны. Хоть свои штаны я отверстал, но вида при тебе я не подал. Я в твоих глазах не устрашим, тайный будет случай прожужжим.